Дорогая моя, родная моя, спасибо тебе большое за твой курс. Это просто бомба. Я так застряла на пути своего развития, когда, вот я уже сейчас от тебя понимаю, когда я реализовывалась в своей второй карьере и фактически переходила из функции продажи подружкам к бизнесу реальному. И оказывается, навык продаж – это точно такой же навык, как и любой другой. Его нужно прокачивать, ему нужно учиться. И вот это как раз то, что я смогла понять от тебя и то, чему смогла научиться. Я раньше просто такое количество времени тратила на client development, на то, чтобы завоевать новых клиентов, рассказать, какая я классная, продать им в итоге. И онлайн у меня на это уходило время, и офлайн. После того, как я включилась в твое обучение и стала это делать по скриптам, по заранее четким, понятным схемам и фразам, у меня сразу пошли продажи. Такое количество ознакомительных сессий знакомств у меня ушло впустую, где клиенты были просто в восторге от меня, но где я в итоге ни хрена не могла им продать, потому что делала типичные ошибки, которые делают все мастера на пути своего становления своего мастерства. Так вот, я хочу сказать, что я очень рада, что благодаря тебе я поняла, что мало быть просто мастером, нужно еще грамотно уметь доносить людям это и уметь себя продавать. И это точно такой же навык, которому можно научиться. Есть четкие, понятные структуры, схемы и механизмы, которые я с удивлением открыла на твоем курсе и которые мне помогли заработать мои первые большие деньги и выйти в другой уровень своего мастерства, в другой уровень прибыли, где я продаю уже, где я мало времени инвестирую на привлечение клиентов и больше времени занимаюсь, собственно, своим делом, где мне не страшно больше называть свою цену, не страшно говорить, что нужна людям не одна консультация, а несколько, что я типа не могу решить проблему за один сеанс. То есть у меня в голове просто перестроился целый мир. Я поняла, какие я типичные ошибки делала, как я сама себе закрывала свой денежный поток и, собственно, как мне теперь его открывать. И это наиболее ценно в связи с моим намерением полностью уходить именно в офлайн работу, то есть в онлайн работу и отвлекаться от офлайна, где денег не так много и возможностей тоже.